Автоматчики, что? Ну есть кто-нибудь автоматчик? Давай, смените, так он уже его убил. А ты стреляй издалека. Да ты кали его, у него патроны закончились. Патроны кончились. У него патроны. Он начинает у вас. Ты говорил, автоматчик. Видать, по голове его прикладом. Позитивно. У тебя скорость какая? Нет, прямо сверху, как жарим, как бревно. Делай нормально, смотри, что-нибудь. Положение. Там мушка еще была, она тебя то четко зацепила. Потому что автоматом так же с палками работает, и скорость работает. И при этом можно стрелять. Степан, надо было взять, короче. И той стороной, Савелий. На-ка тебе. Так, американские фильмы пошли. Yeah. Русский десантник. А свирепый. Вот так удобно. Да, вот так удобнее всего. Да. Оп! Я кучу не на каждом углу. Еще разок. Нож возьми. Ова! И вот она куда пошла. Смотри, положение. Здесь вот еще выдал и бам! Получай, Паша, из гранату. Здесь должна быть жестокость именно уничтожить. Потому что это туда пошло. Тем более, если вы уже взяли в руки вот это, и вот это, а он вот это, здесь тогда все меняет. Смотри. И положи. Чувствуете? Атака где-то сорвалась, все равно я ее добиваю. То есть прилипаю, присоединяюсь. Дальше. То есть нет, пошел, да. Нет, пошел, да. И зарезал. Отдельные вещи. Вот такие вещи можно. То есть нож вот так держит. Пяточка сюда. Раз. Финка так держит. Не торопись. Смотрите, раз. Оп. Вот узоры на человеке. Клуб имени. Клуб имени дядюшки Чикатило. Ой. Дальше. Русская по ножовщине. Лазер. Оп! Там, смотрите. Оп! Ой! Дальше не хочу. А, вот. Альфа! Я вам сразу вот он. Смотрите, положи. Тихо. Ой! От души. Альфа! Я вам сразу вот он. Смотрите, положи. Ой! От души. Все, меняйте. Next. Достанется. А мы достанем. Закидывал. Медленно и положим. Оп! Как я зависаю. Раз, ты опа! И ты за положение. Чик. И пошел. Ну, кто замедлен, ты. В чем дело? Оп! Как я зависаю. Раз, ты крутил. Опа! И ты за положение. Чик. И пошел. Ну, он сейчас в замедленном темпе покажет. Как бы нам можно? Ты кого аппарат? Возьми. Возьми. Вот такое положение. Ой, нет. Потянул. Чик возврат. Вернул. Чик. Воткнул. Тут можно еще перевернуть. Сыграем здесь. Классно. Подлющая штучка. Сразу животик втянули. Оп, сопровождение пошло. Раз по суставам. И опять туда. Опять трубок. В рамочку. Оп, его ручку подвернул. Опять. То есть я вам сейчас, видите, по одному принципу. Еще его сюда. И выдерну. Запасть. Вот это положено.
Оп! И преследуй. Контакт не... А я рамочку опнула, ручку подрезал. Опять здесь. Я вам сейчас, видите, по одному принципу. Еще и сюда. За пальцем. Ну все там, положили. Оп, смотрите. Следует. Контакт не выведение. То есть контакт постоянно, видите, за ним. Контактивный. Через два подъезда. А тут я шел в копок, короче, через копок. Копал и пошел в черную лопатку. Опа! Рады? Видите? Ну, рубить уж как-то негуманно. Червяков все-таки ходил копать. Не на войне. А попался большой червяк. Ну, я не знаю, кто мне встретился. Да. За такое и могут это сказать, ни хрена. Оп! Видите, опять же, вырвали. Лопаточка. Также ее можно здесь видеть. Смотри, как обкатывается все. Еще раз. Еще вот так. Смотри, как обкатывается все. Еще раз. Еще вот так. Смотрите момент, сейчас очень... рука. Очень интересный момент обкатки был. Смотрите. Я палочку подставляю лопаточку. Смотрите, он ее как бы подбивает. Я ее переворачиваю обратно. Возвращаю, опять же, где? Вот у меня нога, вот рука. Сюда. Ну, а тут здесь, когда вот так. Это называется хвост, он лишний. И сюда иди. Это называется раздел. И по второму обратно. А тут пришло время автомата. А тут пришло время автомата. Опа! Оп! Оп! Обратите внимание, сейчас начало было. Он разбил мою силу на две. То есть не сложил вектор, а наоборот его разложил. На два более, на два маленьких. Смотри. Опа. Положение. Ой, да тут. Тут вообще. Вот оно положение. Сразу раз. И обратно, чтобы вот это все убрать. Чего, меня разложил? Раздергал? Чик-чик-чик. Так-то, команда. Оп, я прохожу. Поддаю ускорение, возвращаю обратно, забираю сюда. О, автоматик контролирую постоянно. Когда у нас был тяжелый автомат, когда в городке, там такие улеты были. Я чуть-чуть работал. И сразу подбив пошел сюда. Чик. Просто автоматик пойдет. Чтобы это дело, мне должно перевести в какое-то другое положение. Оп, состояние. Чик. Опа. Сюда. Не, постоянно стремлюсь. Полную динамику не можем сейчас показать. Контакт. Постоянно идет стремление. Что вы смотрите? Положение. Опа, смотрите. Брык. Вот он. Положение как. А если он сюда падает, сразу сюда наступает. Или он мушкой начинает по мне. Да, или мушка вот она. Скользит. Опа, смотрите. Брык. Вот он. Положение как. А если он сюда падает, сразу сюда наступает. Или он мушкой начинает по мне. Да, или мушка вот она. Скользит. Оттаскивается. Еще есть такая подлая штука. Ты с сексом расстанетесь надолго. Палочка. Вроде бы как. То же самое. Оп, она. Чик. Раскладывает. Чик. Все, пошел. Куда бил? Стань положение. Куда? Это палочка, еще и раскладывает. Смотрите. Брык. Да, вышел отсюда. Осторожно. Нормально будет. Это чей-то набор. Да. Димин. Ох, я ее брызг туда. И... Это моя. Укрыл? Укрыл. Ну. Оп, смотрите, положим. У тебя палочка?
Куда палочка еще и раскладывается. Смотри. Брык. Пах, да, вышел отсюда. Осторожно. Нормально будет. Это чей там набор? Раз. Ох, ох, я ее брык сюда. И... Это моя. Укрыл. Укрыл. Ой, да ее, фактически. Ох, смотри, положи. И у тебя палочка, то у тебя покруче. Я тебе все говорю, аккуратно. Рубашка. Ты же аккуратно. Да не надо ничего аккуратней, нормально все. Главное, побольше крови. Вот она пошла туда. Побольше крови. Обратно. Оп. А здесь вот так все прошло. А здесь уж я его переброшу. А может, ты сразу за клиниками. Можно сразу вернуть, переворачиваешь, я накидаю что-то. Возвратный такой механизм. Вы что, тут анонизм занимаетесь? Какой механизм? Хорошо. Так, ну вот эти такие вот вещи, раз. Да? Ну вот эти. Аккуратно, ну, АПР. Дай ему просто. Значит, небольшие моменты. Оп! Смотрите, куда они. Брррр! И... Вова! Начинает себя оправдывать. Я говорю, ничего подобного. И заряжаю. Видите, постоянно заряд, заряженное состояние. А, какое положение? Что, грузный дядь, правда, сказал? Вдруг из-за кустов вышел. Мы тоже диверсант лишь. Он говорит, о, смотрите, положение. Чик. И прямо на трубу упал. Чего хотел? На парадах. Пойти. Патроны. Расположение. Здесь штык. Я стоял. О, смотрите, что можно сделать? Смотрите, вот она идет. Вот она куда идет. Она уходит вроде. Обращаю внимание. И уходит. За счет сюда. Да. Видите, нажимаю на нож. Фу, на нож. На пистолетный автомат. И еще добивает. Все походу. А теперь посмотри, давай эту штуку еще раз повторим. Ну, за счет чего? А? Дальше делай, давай. Во! Ой, ё-моё! Видите? Бедь. И здесь уже кто-то будет. За счет чего? Вот, смотрите, эту штуку еще раз покажем, как я сам себя уродовал. Смотрите. Раз, раз. Оп, стоп. Вот она, ось вращения. Вот она, вот он, плечо рычага. Я начинаю давить на него. Опа. И сам же себе урабатываю. Опа. И пошел. Его промчать. Режет, ну, чем сильнее буду бить, тем сильнее по мне долбанет. Опа! И все. Можно я тоже? Савелий, а с веревкой поделишься? А, ну, так, ну, точно так же, как и с веревкой. Это та же самая веревка, смотрите, что получается. Я вроде бы обкатываю. Это очень мушка меня зато цепляла по рукам. Если вам надо его вот так все мне связать, то же самое. Нет, это задушитель. Смотри, смотри. Оба! Немножко подкидывай, ладно, там. Что делаешь, друзья? Вытащи. Все, для того, чтобы потом... Ну, все завязывается, очень хорошо. Если он попробует ее отобрать у меня, отбирай. То есть за веревку хватает, смотри. Раз, что он делает? Он хватается за мной. Ну, хорошо. Смотри, как он схватился. Что? Я его уже здесь хорошо беру. Что-то тут смешно, что это его подвозит. Пошла к... Нет, захват за веревку. Нет, а я вроде такой, ты начинаешь сюда. Ну, это будет. Да? О, смотрите. Смотрите. Опа! Идет, и... У вас локти работают, и ноги работают, да, ребята. Если нужно, вы прижимаете. Ну, палец болит. Ну, ноги палец болит. Василий Иванович, нога попала в колесо. Нога попала в колесо, да. Ногами. А, ногами? Ну, кое-что. Вот, смотри, смотри. Оп, вообще интересно такое. А кто мне идет? Палочка, палочка.
Смотрите, положили. А еще она как по телу пройдет и сожгет все там. То есть вот так вот. Так, вот, это один. Так, нога. Видите, он такой злой и хороший человек. Ты не торопись так, Купер ничего не видит. Под одеждой, что ли? На столе. Ря. Не знаю, что мне. Ты не торопись так. Во-первых, ничего не видит. Здесь вообще все закрыто. Ну что ты? Ой, дай-то палец! Юр, ну ты послабее. Ну хорошо. Юра, да. Ко мне подойдешь. Так пойдет? Ну конечно. Раз. А можно вот эту заточку? Ну, вроде дойдет. Какой кошмар. Ковбой какой-то. Ай, дурак. Давай еще вкрую. А возьми три пистолета. Зубы, что ли, еще? Смотри, две руки еще хуже не тянут. Опять везде находим пару сил. Раз. Ой. Протоп. Ну, зазерный. Еще раз засветит. Некоторые говорят, а вот если там ящик. Две руки вообще упругие. Вот. Смотрите, что есть. Какая разница, не что работает? Раз. Разницы нет. О. Мозги любят выделать. Сам напросил. Загрузки. О, как въехал, видишь? На. Либо дострел, либо вместе. Объясни, чем револьвер еще хороший. Барабанку. Револьвер вообще может. Значит, каждое оружие надо знать его устройство. В том числе револьвер. У револьвера можно брать. Вот я две травмы получил. Тут и тут. Вчера в третьем управлении. Я говорю, давай. Раз ему. И курочек прикрыл. Он. А выстрела нет. У револьвера, прежде чем выстрелить, должен провернуться барабан. У револьвера проворачивается вот барабан. Можно если накрыть, я барабан накрыть, прикрою. Просто барабан зажать. Затормажу его движение. То есть вот здесь и здесь я могу прекратить выстрел. Затормози барабан, либо курок. В пистолете еще, если там есть предохранитель, я могу сработать на него. Понимаете? И если удобно, я поднимаю предохранитель. Понимаете? Здесь тоже все идет. Обкатывается, все оно обкатывается. Все оно обкатывается. Гранаты не то есть. Да, гранаты. Ничего не надо. Все, тело работает. Не отрываю, приклеиваю. Вращаю. Работаю по силе, ищу рычаги и пары. Вот. Если на расстоянии. На пальце. Тоже сразу смотрим. Сразу смотрим. Что-нибудь туда посмотрели. А сами уже туда.
О, перчатка. Раз, если верующий. По тебе. Смотри, добрая сторона. Опа. Дострел. Снял. Самое неудобное положение. Самые какие-то несуразные. Я покажу, как делается в органах внутренних дел. Шагом назад в сторону отбив. Смотрите, какой весь такой жесткий. Прихват. Удар. Обращаю. Уже полтора, полметра ушло туда. Дальше с рычагом кисти наружу я начинаю его валить. Начинаю валить. И только здесь где-то я пытаюсь его рассчитать. Как только пространство сузится до вагона какого-нибудь там, коридора, значит, рука совершает 2,5-3,5 метра. Притом требуется четкий отход сюда. Смотрите, сколько пространства, про которое сегодня Дима говорил. Ловкий, сильный, имеющий состояние. Что? Кузнец. А мне вечером. Стояли, говорит. Видите? У нас самые могут быть несуразные положения, которые вроде бы неудобны. Смотрите, и работа сюда. Сразу выстрел произошел. И работа отсюда. Сразу произошел. Смотрите, интересные штуки. Раз. Вот здесь рука как бы замирает. Вот здесь она не ломается, а как бы одно целое. Палочка такая. Смотрите, телом начинаю работать. Вторая рука. Вот он, видите? Все здесь, в принципе, одно целое. И в трех плоскостях. Можно сделать двухплоскостное, а можно выкручивать. И еще, видите, рукоятки. Катит, где потянули. Сила в локоть направлена. Что такое катит? Это геометрия. То есть работаем плоскости локтя. Сила все время направлена в локоть. Сила все время направлена. Катит, где потянули. В локоть. Если на дистанции работаем, то пистолет чуть-чуть надо вытащить. Если возможно. Это риску. И по знаку вопроса его. Я еще делаю так. Раз, опа, и как бы точка такая. И тогда он резко открывает себя. Притом оружие это легкое, реально масса оружия будет больше. Понимаете? Реально масса оружия будет больше. Поэтому самая вроде бы неблагоприятная ситуация. Выбивы, ну точки показывали. Телепается, смотрите, что идет. Притом можно работать как слева, так и с правой руки. Что ты там ему вроде еще показал, отвлек? Там, да ты че? Бам, удар. И срыв такой. То же самое, если будешь там палкой работать. По любому другому предмету. Без разницы. Раз. На. Опа. То есть, что бы не применили, принца разницы нет. Если бой наступил, то оружие, которое оказалось в руках противника, сразу применяйте против него. Особенно, кто привез работать или работать в силовых структурах. У них психология такая. Я не знаю, как это. То есть с каждым семинаром все ужаснее. Да. Поэтому не торопись. Любить человека. Значит, ей можно работать точно так же, как и любой палкой, любой. Еще имейте в виду, что она раскрывает. Более злодейское он хотел сказать. Носите с собой-то. Шел себе кузнец по городу. Раз, и шел. Здесь можно. Смотрит, мужик идет. И кого большое не проходит сквозь это отверстие. Ужасная штука, поверьте мне. Почему? Порой не больно же. Руку мне сломал. Накрытие идет не таким образом. То есть раз, раскрыли. И можно вот это можно сжать. Вот это вот. Вот эти вот клещи. Клещи, гимнастка. И соединяются. И человек очень классно ломает. Садист по натуре. Можно таким. Таким. Ну кого работать? Раз. Ты не увлекайся там. Очень ужасно. Нет. Такое радостное лицо. Он рад и счастлив этому. Сколько удовольствия он получает.
что там еще? А он заточен, чтобы они еще и резали. Говорят, это оружие князей там в Голицыных. Здесь еще такая фигня. Нормально. Да, ты что? Вот. Значит, мы поспорили там, один человек у нас был резкий такой, он говорит, да ну мол. Фигня все это. Какой он такой? Который проверяет, когда по чану попадет ему. В общем, получилась такая вот. Моделируйте ситуацию. Вот так вот попали в тело, и я их чуть-чуть сжал. То есть получилось защемление кожи. Вот такое же примерно. То есть с ними вообще практически может работать, наверное, младенец. Еще считая то, что у них еще идет и ударная плоскость. Такая. То есть можно работать. Точно так же, как и с простым оружием, там, мечом или еще чем-то. Раз, здесь вилочка, раскрытие, ударная такая техника, ударная такая техника, зацепление, всяческие, разнообразные. Такое есть, классное. Раз, вводим его, оп, и опять же, рычажок, да. Тут можно физику, что в принципе, раз? на них отказывать, систему рычагов. В работе достаточно там раз им ножку, он атакующий там, да, там валится на вас. Раз и хоп, ножечку просто чуть-чуть, раз и хоп. Слушай, это тебе не лошадь, да? Человека. Осторожно, атакующего. Работает. Нет, да. Раз. Ой, легко очень кувыркает. На следующий семинар надо эти. Подстригают, что деревья. И поближе к нему подойдите. Горячего. Сейчас нужно встать и всем поближе подойти. Да, это. Ну это уже всего два раза. Ну так, встанет немножко. Может меч вылетит или что? Поэтому он легенький очень. Русский побольше. Проще намного работать с тем, что потяжелее. Что-нибудь такое, поосновательный суть. Это разряд холодного оружия. Меч, получается, хочет. Командует вами. В принципе, это может быть точно так же любой предмет, который попадется вам. Длинный или короткий. Вот с ней палкой поработать. Потому что с палкой можно делать останавливающие движения на тело. Естественно, определенного рода. Тело. Движение. Да, одна люстра пострадала от этого меча. Фотообои сгинули. Сгинули? Сменили, испугались. Стенка между ванной комнатой была разрублена. Нет, стенка между ванной комнатой. Осторожно. Ой, мама! Ой, мама! Вон резиновую, возьми дубину. Большевато, там. Рядом. Сумка. Короче, голова привыкла. Сейчас освободишь. Спасибо. А это что там? Спасибо вам. Рогатый чистенец. Да. Не жопка, что? Сейчас мы еще одну вам вещь покажем и начнем работать в конце концов. То есть, в принципе, для чего мы все это показываем? Могли бы сказать, вот вам задание и давайте вперед. Чтобы вы все-таки знали, что можно и что возможно. И что всему этому научиться можно, знать те элементарные принципы, о которых мы постоянно тут вам разговариваем. Спахали тогда. Кого? Я. Значит, работа двойкой, сейчас мы вам показываем, и работа двойкой, когда есть предмет, какие-либо предметы. Так, ну кого взять? Андрей, тебя убили? Да нет, Никита нет. Никита нет. Опять, еще раз повторяю, боевая единица, да? Тройка и пятерка. Пятерки у нас пока нет, в таком составе, какая она должна быть, но есть двойка. Возможно, покажем тройку и так далее. Медленно работаем. То есть всякие эти уступы, они разные бывают. Мы вам показываем один из таких вариантов, который вам необходимо на этом семинаре освоить. В той или иной мере. Хотя бы познакомиться. Значит, здесь получается как? Тот, кто стоит впереди, тот считается лидером. Ежели вдруг я отхожу назад, и он становится впереди, тогда он считается лидером.
Он работает, я работаю. То есть в данной ситуации вот там, там расположимся. Кое-что вот такое там. Ступом влево называется. Даже.